Всем привет! С вами проводник по городу Кристина. На этой неделе я нашла очень интересные и полезные рецепты здорового питания. Поэтому всю неделю я питаюсь правильно. А что у вас интересного произошло на этой неделе? Ну, у племянницы день рождения вчера был, 10 лет. На этой неделе что у меня может произойти? Ничего особенного, даже похвалиться нечем. А, на Черемшанский водопад ездили, помолились, воды привезли. Помолились тюркскому богу. Водопад, правда, застыл, но камень такой громадный под ним лежит. Называется тюркский бог. Космические дармовые каналы открыты. Вот считает, что белуха самая энергетическая, ничего подобного. Вот в Черемшанке, туда сбоку, в левую сторону, вот эта энергия так и прет отовсюду. Открыты дармовые космические каналы. Всем советую съездить туда, поправить здоровье и привезти воды. Не знаю. Ну, все хорошо, дочка сессию сдает хорошо. Все радостно, все приятно. Погода отличная. Что еще надо? Ну, как бы старшая дочка у нас ходит на секцию карате. И у ней экзамен в воскресенье. Конечно, переживаем. Она у нас первый раз сдает на пояс. Вот тостер купил. Сын мне купил и прислал. Все хорошо. У меня был день рождения, юбилей. 30 лет. Как отметили? Очень отлично. Вот сыну, сыночка, день рождения сегодня у внука. Самое интересное. Все. С подружками встречались, гуляли, ходили по городу. Потом пришли, чаю попили, побеседовали, пообщались. Ну, у меня ребенок, студент дома. Ну, она учится у меня в университете в Барнауле. На каникулы сессию сдала, теперь дома. На этой неделе ходили, катались с ребенком на горке. Счастья не было предела. Ребенок счастлив, доволен. Вчера у меня был день рождения. Меня поздравили близкие и родные, а с друзьями буду отмечать только в субботу. На этой неделе мы наконец-то выздоровели. На этой неделе. Потому что болели всей семьей на Новый год, да. Поэтому вот хорошая погода. Что интересного на этой неделе? Теперь можно погулять уже. Вот, переболели, уже не так страшно. Убрали елку, все, праздники закончились. Начались рабочие будни. В школе третье место занял на городской выставке по рисункам. Все. Ну, мы из деревни переехали в город сюда жить. С мужем сошлась, и больше ничего вроде интересного. Купили новую квартиру. Очень все радостно, очень приятно. То есть год начался с приятных новостей и с хороших эмоций. Мы на этой неделе с младшей сестрой ходили на каток, провели очень веселое время. Первый раз поставила ее на коньки. Ну ничего особенного, кроме как концерт голосов хора «Голоса Сибири». Только он будет в воскресенье. А так ничего особенного. Ну, если сказать фиалочки, не цвела, и вдруг полез один лепесточек, цветочек, да. Ну, вот. Ой, да дома сижу, отдыхаю от работы. Ну, вот вышла на улку погулять. Ну, вообще все прекрасно. Я вот в ожидании ребенка. Наверное, это самое такое сейчас радостное событие. Мы переехали из Москвы в город Бийск. Активно ищем квартиру для дальнейшего продолжения жизни в Бийске. Жить стало лучше, жить стало веселее. Интересный вопрос. Ну, приехал в новый город, очень интересно, здесь красиво. Решил посмотреть вообще, попутешествовать, как говорится. Через неделю опять уезжаю в Питер. Ну, я на фотосессию сходила, вот. Ну, там с друзьями погуляли, с сестрой. На сноуборде покатались. С супругой в кино ходили, а больше ничего. Ну, с друзьями всегда общаемся. Автоматы получили по экзаменам. Что я еще? Переехала на свою квартиру. Да. Отдельно от родителей живу теперь. Самое интересное. Что еще? Ну, каникулы проходят. Новогодние неплохо. Новый год встретили. Что еще? Ходим, шаримся. Горки все посетили. По всему городу. И все, собственно. Посещал выставки различные, ходил по городу. На Петровском бульваре вообще потрясающая горка. Светится елка, вот прям потрясающе. Вот. Ну, мы ходили в гости, подружки, ходили в игровую комнату. Готовимся к соревнованиям. В воскресенье чемпионат Алтайского края. Пожим и лежа, повезем спортсменов своих выступать. Мои двойняшки и близняшки начали ходить. Очень весело дома стало. А мы с ребенком начали ходить в бассейн. Нам очень нравится, очень увлекательно. Вот в отпуск пошла, вот. После каникул новогодних отпуск. Хожу с палками скандинавскими. Вот. А так в бассейн еще. К крещению готовлюсь.
Купаться будете? Конечно, обязательно, а как же, каждый год купаюсь. Это была программа «Я в Бийске, а у вас?». И кто знает, может, на следующей неделе именно вам и зададим вопрос. А что у вас интересного произошло на этой неделе?